Че, давай дальше, плей. Пятый эпизод, пятое наказание. Прошло почти 3 года, как Ника Мендоза осудили за то, чего он не совершал, но раны на душе все еще не зажили. Держите подозреваемых на арест, который выдан ордера, чтобы получить награды. Мендоза Николас. Сыля. Пиздец. Заткнись, Маго! Я сказал, заткнись! Да заткнись ты уже, блин! Ну и что ты мне сделаешь? Посадишь? Эй, Маго! Угомонись уже! Не лезь, Мендоза! Как скажешь. Добрый вечер, детектив. Тед? Да. Далеко мы от Майами забрались. Эй, Мильштейн! Не суй свой нос! Очень приятно, Мильштейн. Эй, тут одна охрененная сделка намечается. И слышать не хочу, Тед. Ты не так понял? Я посыльный. Тайсон сказал мне... Погоди-ка. Тайсон Блэчфорд? Ага. Сразу интересно стало. Короче, план будет такой. Какого хрена? Тайсон. Я должен был тебя предупредить, но... Черт! Чувак, держись за что-нибудь. Тед, какого черта? Вечеринка. Я думал, я попаду в эту тюрьму-то. Вот так, вот так! Стой, стой! Чувак, ты тяжелый! Мне лучше не знать, откуда у меня ключ. Откуда у меня ключ? Задница была, да? Где я его хранил. Ты чего делаешь? Тайсон встретит тебя у башни. Сразу как получится отвлечь копов. Стой, чё? Двигай к той башне. Эй, стой. Ты куда? Чувак, облыглась твою мать. Башня. Пошел. Это, блядь, пошла веселуха, блядь. Слепа шары, блядь.
Ой. Чуть не нарвался на патрульку, блядь. Да и пофиг. Я пошел. Чувак, полегче. Не высовывайся, пока тебя не нашли. Блять, тут сетка везде, куда идти-то, блять? Пиздец, ебать, я тут нахуй вообще в западне, блядь. Да, смотри, чувак. И что теперь? Фу, аммиак, ну и вонище. Как будто скунс помер. Видимо, метамфетамин делают здесь. Так, один готов. Пора валить отсюда. Еще немного и рванет все. Не знаю, пацаны, вообще не хочу. Блять, сука, пиздец, спалили нахуй. И, блять, они меня шокером уебали, пидоры ебаные, сука. Нужно как-то отвлечь этих ребят. Отвлечь не обязательно. Когда я был тут последний раз, мы себе половину этого дерьма забрали. Только половину? Иди к своей группе. Откуда вы этого черта ствол? Без понятия, сэр. Это правда, что у них есть заложники? Понятия. Бля, как тут скинуть, блять? Фу, аммиак, ну и вонище. Как будто скунс помер. Видимо, метамфетамин делают здесь. Так, один готов. Пора валить отсюда. Еще немного и рванет все. Это был взрыв, пацаны, ебать. Как мне туда попасть-то, блядь? Кто-то входит? О, заебись. Да, вроде заебался. Ну, почти, может, тут тоже где-то копа. Дырка.
мне в дырку. Все. Цель достигнута. Здорово. Видимо, у тебя есть вопросы. А ты какого хрена тут делаешь? И откуда у Деппа ключи от моих наручников? Офицер, тебе это должно льстить. К тому же, Депп у меня в долгу за ту ерунду с прослушкой, в которую ты его втянул. Да, он не стал сбегать со мной. Депп? Сейчас ему нужно попасть в тюрьму. Отличное место, чтобы слезть с кокаина. Поверь мне, я знаю. Так, придурок, понятия не имею, в какую херню ты меня втянул. Но если ты думаешь, что я... Тебе тут кое с кем перетереть надо. На, возьми. Какого черта? Рекламный щит, видишь? Мигни светом. Три раза. И быстро. Вот туда-то тебе и надо. Черт. Тут небезопасно. Да, хоть, блядь, одежду другую. Разделиться. Тайсон, жди меня внизу и несу себя с прожекторами. Ебать, блядь, нормально, нахуй. Дали бы хотя бы хоть лохмотья, блядь. Уклонение от ареста — это преступление. Да-да-да. Где-то я это слышал, блядь. Тут долго не протянешь. Слишком темно и холодно. Мы найдем тебя. Вы только усугубляете свою вину. Блядь, заебал ты нахуй. Да ёб твать, вылези ты, блядь. Поднимите руки и дайте знать, где вы. Чем дольше прячешься, тем хуже будет. Заебали, блядь. Пиздёшь. А? Мы подтвердили его. Твой ёбаный рот, накосячил, блядь. Шёл нахуй. Шёл нахуй, говорю тебе. Заключённый, быстро на землю! Соси хуй. Блять, ну сука, пиздец, шокером сразу вырубать. Слабенький у меня персонаж, нахуй. Блять, ну я до какой-то контрольной точки дошел. Дошел, блядь. А куда мне надо, я забыл. Заебали вы нахуй уже, ёб твою мать. Вот тут хуй найдете. Меня тут нету, иди отсюда. Нужна группа реагирования. Пиздец, нахуй. Блять, вот это, сука, сложная миссия, ебать. В реале, блять.
Реально, мне что, другую одежду не могут дать, блядь? Раз. Сюда иду, да? Блять, а вырубать их можно, интересно, или не, наверное, вряд ли, блять. Туда иди, хули вы тут сгруппировались, твари, блять. Заебали, нахуй. Сейчас калаша похуярит, его калаш дарит, блять. Что же делать, что же делать, блядь? Что же делать, пацаны? Да, блядь, шокером цепляют меня, суки, сразу, блядь. Падла, блядь. Тут и будут ходить, наверное, да? Бля, два вертолета, это пиздец, ебать. Пошел нахуй, ебать, заебал. Не хочу. Пошел нахуй. Добежал, ебать, реки. Иди нахуй с этим шокером, ебать. Все, в шахте, я надеюсь, никто меня не найдет. Быстро бегу, да. Отлично. Ты шутишь, мать твою? Бля, почему-то мне в мысли казалось, что это тёлка будет опять. Дали ему ключи. Продажные копы. Мы знаем, на что давить. Слушай, как бы то ни было, прости. Почему бы мне просто не вырубить тебя? Я дам сдачи. О, да. А во-вторых, Джулиан Дос. Ты подумай. Меня он разорил. Тебя посадил в тюрягу и её тоже бортанул. Мы можем доверять только тебе. Верить? Ну а мне-то от этого что? Доус должен понять, что за содеянное им придется отвечать. Ты ведь всегда был на стороне закона, да? А в задницу не хотите пойти на пару? Значит, мы идем в задницу. Ага. Чё? А ты снова запрыгнешь в тюремный шмот. Неужели такой трудный выбор? Коротенький такой эпизод был, пацаны.
Эпизод 5 «Наказание».